Всем привет! Наши коллеги из Китая делают много лайфхакерских товаров, которые не продаются в обычных магазинах. Давайте я их покажу. Если обычный кубик Рубика унижает ваши интеллектуальные способности, то купите себе вот такой кубик 2×2. Он намного проще для сборки. И если вы хотите научиться собирать кубик 3×3, то стартануть можно с вот этого малыша. А еще, если даже его прям никак не удается собрать, то можно вот так счетерить. Сейчас лето, как раз сезон витаминов. На кустиках и на деревьях растут куча полезных плодов. Их надо кушать. Но гораздо круче употребить все витамины в виде сока. В этом поможет вот такая вот ручная соковыжималка. Ее можно очень легко разобрать на вот такие части. И также быстро помыть. Ну а чтобы приготовить себе сок, возьмите любимые фрукты. Нарежьте на маленькие кусочки и просто поместите в соковыжималку. Несмотря на отсутствие моторчика, выжимать сок получается так же быстро. Тем более для удобства, чтобы девайс не ерзал, его можно прицепить специальной защелкой к столу. А в итоге просто насладитесь вкусным и полезным соком. А эту выжималку мы в конце разыграем. Посмотрите, какой красивый помидор. Так и хочется его красиво нарезать и скушать. Но если ваш скилл этого не позволяет, то на помощь придет вот такое устройство. Просто проткните им кожицу плода и нарезайте идеальные скибочки через направляющие. А это еще один похожий девайс, но зачем он нужен? Попробуйте догадаться сами в комментариях. Вы не застелили кровать? Не закомпостировали билетик в трамвае? Не смыли после себя? Это вы конкретно согрешили. Вам надо достигнуть просветления. А если серьезно, то это очень удобный ночник в виде блокнота с аккумулятором. Там внутри есть лампочки теплого света. А через вот эту бумажку он рассеивается и становится очень мягким. А это идеально подходит, чтобы не сбить ваш сон. Очень важно, чтобы на вашем рабочем месте был подходящий влажный воздух. А то будете кашлять. Это не лампочка, а как раз маленький настольный увлажнитель. Снимаем с него цоколь, наливаем туда немного водички, закрываем обратно и пихаем в какой-то USB-порт. Смотрите, вода начала увлажнять воздух вокруг вас. А еще здесь есть подсветка, чтобы при работе ночью вы не заскучали. У вас есть место, куда не дотянуться дрелью? Это, конечно, засада. Но не с вот таким вот устройством. Это гибкий вал, который одним концом зажимается в патрон, а во второй вставляется бита. И даже если его согнуть, то крутящий момент передастся на биту. Теперь вы сможете подлезть своей битой куда угодно. Если вы испытываете неудобства при мойке обычным краном, то вот эта гибкая пиндюрка может вам помочь. Она вот так накручивается на кран, но дело в том, что струю воды можно регулировать, чтобы помыть недостающие места. А если сделать вот такое движение, то струя превратится в душ. Также китайцы, сами не зная того, сделали еще одну удобную фишку. Это вот такая сверхмощная струя. Ваша домашняя посуда для напитков вам приелась? Тогда обзаведитесь вот таким вот необычным стаканом с рисунком в виде черепа внутри. А когда наливаешь туда напиток, рельеф виднеется еще лучше. Как и обещал, я разыграю эту соковыжималку, а также гибкую насадку для дрели и блокнот-ночник. Условия простые, и все они есть в моем телеграм-канале. Кстати, больше вот таких крутых товаров я расшариваю именно в телеграме. Так что подписывайтесь туда, и точно найдете что-то полезное. Ну, а ссылочки на все товары из этого видео, напоминаю, что они аффилированы. Как и ссылочка на телеграм-канал, как и ссылочка на конкурс, все находится на своем привычном месте в описании. А еще, чуть не забыл, главное это ведь не забудьте вот этот видос посмотреть. Я же не зря сделал его таким интересным. Всем пока!